Дорогие друзья, уже во второй раз олигархический режим препятствует моему участию в избирательной гонке. Сделали все возможное, чтобы я не мог баллотироваться. Но борьба продолжается, и олигархический режим будет свержен. Дмитрий Чубашенко – человек, который всегда был на стороне правды. Меня никогда не интересовала политика. И я не хотел заниматься политикой. Человек, которого режим боится так же, как и меня. Как журналист, я много лет разоблачал все беззакония молдавских политиков. Но сегодня я почувствовал и понял, что нельзя дальше оставаться в стороне. Нельзя равнодушно наблюдать, как Молдова все дальше и дальше катится в пропасть. Поэтому я решил лично включиться в политическую борьбу. Конечно, один в поле не воин. И я рассчитываю на поддержку каждого из вас. Он распустит парламент и назначит дату досрочных парламентских выборов. Должность президента нужна мне только для того, чтобы распустить парламент, открыть дорогу для досрочных выборов и в конце концов смести этот всем опостылевший, ненавистный криминальный режим. Подписывайтесь в поддержку Дмитрия Чубашенко. Подписывайтесь в поддержку кандидата, который вместе с нашей партией избавит страну от режима и вернет ее гражданам. Мы победим, и мы построим новую Молдову.